First of all, congratulations on silver. How do you feel today? Ну, прежде всего, поздравления со вторым местом. Как вы себя чувствуете? Спасибо. Во-первых, спасибо. Thank you, first of all. Я хотел золото взять, но не получилось. Но I wanted to take gold, but I didn't succeed. Умная цель была золото, за то, что я чуть-чуть не рада. Чуть-чуть не рада, но серебро тоже медаль за меня. Я очень рад. But I'm very happy with the gold, with the silver medal as well. Are you satisfied with your overall performance? Ну, в целом, вы довольны своим выступлением? Ну, я довольна. Если честно, я хотел в историю попасть, за то, что у нас еще в Узбекистане еще на мире золота не было. Хотел в историю попасть. Yes, I'm satisfied, but still I wanted to get gold because we didn't have gold in Uzbekistan and I wanted to win it for Uzbekistan. What is next for you in your career? Какой следующий шаг в вашей карьере? Ну, наверное, первый гран-при. The first Grand Prix. And what is your ultimate goal in Taekwondo? Какая ваша конечная цель в Taekwondo? Ну, наверное, Олимпиада. Olympic Games. Thank you. Спасибо.